Доброе утро всем. Думаете, чем мы занимаемся? Следопыты. Вчера Михалыч из бани вытащил золу. И так как она была с железками, то просеивал ее. И вот так в саду ее рассыпал. Потом разгребем и равномерно распределим. Вчера Ксюша тут играла в саду. Долго ее не было. Сегодня утром приходим и что видим? Видим, что здесь потопталась вот ее следы по золе. Ну когда еще квартирный ребенок и где потопчется в такой мякушке? И вот ее следы. Вот, вот, вот. Они вчера босичком бегали. Так, тут. И здесь тоже, видите, явный след ноги. Как и вчера, хорошо тут было. Так, пока прохладненько, мы сейчас пойдем копать грядку. Можете поздравить. У нас праздник первой борозды. Ну как копается? Легко. Легко? Но это после дождя, да. Здесь не прослохло. Ну, все время тень. Ощущение, что земля глинистая. Ну глинистая, да. На Кубани везде она такая. Вот и все. И прилипла вся земля. Надо в кукурузе посмотреть, что там есть. Так, тут плохой початок. Вот он, видите, какой маленький. Ее, скорее всего, уже убрали. А может быть и нет. Мелкий, видите, початок. Так. Ух ты, перчик у нас есть горький. Траву убирать надо. Земля тяжелая, глинистая. Вот дождь прошел неделю уже, прошла, а земля очень-очень сырая. Так, вон там что-то с персика нападало. Ну-ка, пойду посмотрю. Михалыч увидел, зоркий глаз. Да, персики нападали. Но они тут покрасивше. Почему-то тут на персиках какая-то парша. Вот видите, они падают. Такие. Вот так мы скопали грядочку. Михалыч копал, я траву убирала. И сейчас он насадит грабельку. И сформируем грядочку узенькую, такую не стала широкую просить у него. И посеем семена. А вдруг что-то получится, правда же? Сентябрь теплый обещает быть до конца, так что 2 недели у нас есть, как минимум. Может быть, что-то и взойдет. Перчатки я использую бэушные после массажей. Вот эти массажные перчатки, они годны только на 10 сеансов, на 10 процедур. И потом они уже работают слабо. Поэтому я их не выбрасываю, а вот в хозяйстве будут у меня такие. Они дышащие, и в то же время их не порвать совсем. Вот траву, когда там с камнями работаешь, с острой землей, сухой. Вот. Земля, конечно, тяжелая такая, глинистая. Можно вручную вот так перебрать. Но копать тяжело, Михалыч говорит. Это не Сибирь, матушка, с черноземом. Ну и ладно. Зато тут тепленько, правда же? Благодатный климат.
Опа. Посмотрим, что получится. Это наш эксперимент такой. Народ, говорят, даже морковку под зиму сажают, сеют. Ну, посмотрим. Еще эту морковку не выкопали. Чтобы ее выкопать, нам нужно купить холодильник. Вот грядка с морковкой. Пока нет холодильника. Как купим холодильник, тогда можно будет ее все выкопать и порезать, либо пошоркать, измельчить и в морозилку в мешочке. Потому что хранить ее тут негде. Ямки нет, вода здесь близко. Именно на этом участке, на этой улице. Поэтому ни у кого нету ямок, нету погребов. Михалыч у меня оптимист. Говорит, ямку хочу выкопать. Ну пусть копает, если хочет. Да. Можно тут вот так руками все разделать. Липкая, конечно, земля. Терпение и труд, все перетрут, да? Так говорят. Еще бы груз быстрее пришел бы, чтобы все инструменты, вся эта мелочевка была под рукой. А то он сейчас пошел. Насадить надо черенок на грабельке. А черенок узкий. Он говорит, какую-нибудь щепочку подставлю, хотя бы сейчас временно. Ой, какая липкая. Здесь, казалось бы, уже должна высохнуть земля. А она вот такая. Хоть лепи из нее, как пластилин. Бы скучно не было. А, чтоб тебе скучно не было? Немножко, красиво. А вот эти листья, если я их вот так... Да вот, конечно, желательно их оставлять. Для перегноя, правильно? Ну, если я вот так могу ходить, да, и все. Да. Время от времени. Ай, комары, зараза, кусаются. Даже днем. Даже на солнце. Что? Я их вытяну, куда? Ну вот здесь же и складываю. Вот на чистое место можешь, чтобы потом костер запалить. Думаешь? Да. Так, ну рассказываю, что у меня в репертуаре будет. Редиска 16 дней, ультраскороспелый. Петрушка кудрявая вот такая. Салат такой, Great Lakes. Даже если лайкс, если не успеет кончанчик завязать, ну хотя бы листики будут, то хорошо, я прям мечтаю о таком салатике. Петрушка листовая обыкновенная. Салат-букет высокоурожайный, тоже хорошо. И укропчик, потому что я тут укропа ни одной травинки не увидела, нигде нету. Где-то как ведмить там, в кустах. Воюю с кукурузой. Борозочки сделаем. Правильно. А. Там прямо в кукурузе есть. Вот выбираем сейчас у нас сердца. Да что ж ты не самостоятельный-то такой, Михалыч. Ну, вот такие вот. Ну, и там ничего нету, все выкидывай. И цветочки. Ну пусть цветочки. Ведерко? Конечно. Жаль. Все на компостную кучу. Вот тут перец только не прикопай. Вот тут перчик растет. Остренький. Я думаю, что он нам понадобится еще. Зачем? Немножко сдвинь кучу. Острый перчик тебе в борщок добавлять. Это очень вкусно будет. Думаешь? Хреновину делать. Конечно. О, урожай.
Я к фундуку подошла, вообще нет ни одного орешка. Видимо, не урожай. Ух ты, у них какие-то сережки есть, не знала. Ну все, друзья, вот такая наша первая грядочка на Кубани получилась. Дай бог, что что-то взойдет. Фух. Комары накусали знатно. Вот вроде их нету. Потом смотрю, у меня ноги все в волдырях. Надо длинные штаны одевать. Чужие я в коротких. Но у меня их нету. Пока. Ждем груз. Ждем. Транспортную компанию. Михайлович сейчас вот эту тоже уберет. Вот одну полоску докончит. И все, и пойдем, потому что уже жарко. Пойдем в тенек. У меня по плану стирка в рукопашную. Обед у нас еще есть, плов вчерашний достался. Не доели. И по плану у меня помыть баню внутри. Потому что вчера старые веники использовали, дубовые. Они все облетели там. Ну, в общем, надо убрать. Что ты мне можешь показать? Фигурец семенной. Он еще не пожелтел. Ну да, но его есть нельзя, потому что там семена уже толстые. Жесткие. Можно их есть. Ой, вот только я тебе вкусно. На обед порежу и ешь, если ты так уверен. Конечно. Ну молодец, что? Что тебе сказать? Молодец. Собирай урожай. Хорошо. О, мне надо еще персики собрать. Какие у нас яблочки есть. Еще висит. Ой, там нет. Друзья, я сегодня Золушка. Я ведь набрала почти пол ведра персиков. Кроме того, что посеяла грядку, вымыла в бане, стирку устроила рукопашную. Это хорошо, что у меня обед готов. Вот смотрите, персики вот такие, да? Они немножко подгнившие. Я эти подгнившие обрезаю места. Ну, жалко же. Вот, видите? Чуть-чуть шкурка была покоцана, а вот это уже спелое. Может быть, когда я настоящей кубаночкой стану, когда-нибудь, я буду плевать на эту падалицу. Ну и пусть валяется, упал. Но сегодня нет, сегодня я еще сибирячка. Видите, как я делаю? Я обрезаю все, я думаю, что сейчас на варенье насобираю. Они не червивые, вот косточка легко отделяется. Все, и вот так кусочками и на варенье наскребу. Вот поэтому я сейчас обрежу и сварю варенье. Баночки у меня есть, благо мне соседка еще банок надавала, кучу целую, Михалыч перемыл их. Так, ну этот совсем прям гнилой, чуть-чуть вот есть вкусняшка осталась. Как мне нравится здесь работать. Здесь может мошка летать вот от яблок. Видите, вот тоже собрали. Жалко, что гниет все. Вот. И пусть летает мошка. Я вот с такими делами домой вообще не захожу. То есть все здесь делаю, всю грязную работу. И мне это очень нравится. Здесь такой сквознячок. Просто чудесный. И белье у меня тут тоже сушится, часть белья. Прям мечта любой хозяйки, я думаю. Пусть таганок старый, пусть тут стол старый, клееночка, не какашечка, кран смешной. Ну, мне все это нравится. Ну вот, видите, сколько у меня получилось резаных персиков. Кыш, мухи. Хоть столько варенья будет, и то хорошо.